OpenSpace известна тем, что это или идет как coffee break, на котором ничего не происходит, если никто ничего не инициирует. То есть люди делают именно то, что им важно и что они хотят делать. И никто не запретит этого. То есть люди собрались вокруг одной темы, и вокруг этой темы люди инициируют свои разговоры, встречи и так далее. Что приводит к тому, что на выходе OpenSpace мы получаем именно тот материал, который люди сами создали и вокруг чего они создают свои дальнейшие шаги и действия и так далее. То есть это форма самоорганизации на высоком уровне, которая требует определенную структуру, но эта структура позволяет людям реализовать себя. И в этом я вижу большое преимущество OpenSpace, сравнив с тем, что мы, как организаторы, создали какую-то адженду для них и инициировали какие-то мероприятия, что люди, которые пришли, хорошее время провели и хорошо познакомились друг с другом и создали какие-то, скажем, проекты, может, мини-проекты вокруг нашей темы, которые позволяют им какой-то вклад делать в развитие гражданского общества, по большому счету, и инициировать какие-то маленькие изменения на своих местах, которые сейчас востребованы в украинском.